Творческая мастерская и арт-студия «Незнайка Лайф» представляет. Энциклопедия «Космос». Луна. Луна – единственный спутник Земли и самое близкое к Земле небесное тело. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны – 384 467 километров. Луна легче от Земли в 80 раз, а по размеру меньше 4 раза. Луна – скалистый мир. На нем много кратеров, созданных астероидными падениями миллионы лет назад. Так как там не погоды, то они сохраняются в первозданном виде. Состав по массе: кислород 43%, кремний 20%, магний 19%, железо 10%, кальций 3%, алюминий 3%, хром 0,42%, титан 0,18% и марганец 0,12%. На лунной поверхности обнаружили следы воды, которая могла появиться из глубины. На Луне тонкий атмосферный слой, поэтому пыльный покров на поверхности практически не изменяется веками. Тепло не может задержаться, так что Луна переживает постоянные температурные скачки. Днем на солнечной стороне 134 градуса, а на темной она понижается до минус 153 градуса. На Луне не бывает зима и лето, для этого ось этого небесного тела наклонена по отношению к Солнцу недостаточно, менее чем 2 градуса, земная ось наклонена на 23,44. Лунное тяготение влияет на нашу планету, создавая подъем и падение уровня моря, приливы и отливы. В меньшей, но все же ощутимой, степени это проявляется в озерах, атмосфере и земной коре. Вода поднимается и опускается. На стороне, которая повернута к Луне, прилив сильнее. Но и на второй он происходит по инерции, поэтому между этими двумя точками создаются отливы. Луна также замедляет вращение нашей планеты, приливное торможение.